Общественный транспорт Семей вернулся к прежнему режиму работы. Теперь автобусы вышли на маршруты без перерыва на 6 часов, как это было ранее. Такое решение было принято после многочисленных просьб населения и самого руководства автопарка дать возможность жителям добираться до места назначения без препятствий, а перевозчикам зарабатывать деньги. Наш корреспондент Асем Утешева продолжит тему. Общественный транспорт в Семее возобновил свою работу в прежнем режиме. Ранее из-за карантинных мер автобусы здесь ходили по сокращенному графику, делая днем 6-часовой перерыв. По словам жителей города, им приходилось преодолевать сотни километров пешком, либо тратиться на такси. С просьбой вернуть автобусы на маршруты они обратились к местным властям. Изменение режима работы общественного транспорта связано с постановлением от Центра управления пассажирскими перевозками города Семей, в котором указано, что с 27 июля 2020 года маршруты ходят до 19:30 в рабочие дни согласно их графику. Санитарные условия в общественном транспорте пассажиры стараются соблюдать. Однако говорить о дистанции в переполненном автобусе не приходится. Ну, пассажиры-то маску одевают, но вот этот час пик всегда, как народу много очень в автобусах. Это больше заражается, по-моему, чем на улице. Так что никак не доволен. Раз в неделю мне надо по делам ехать. Вот я сама говорю, если кто-то в Одессе держит маску, чтобы одели. Ну, пассажиры в основном одевают, но некоторые злоупотребляют. А в автобусах все нормально. Только вот ходили бы они по-нормальному. Перевозчики, в свою очередь, заверяют, их автобусы два раза в день проходят полную санитарную обработку. Водители оснащены масками, средствами защиты, это перчатки. В каждом салоне имеется антисептик. Что касается выходных и праздников, то в эти дни автобусы по-прежнему ходить не будут. Стоит отметить, что график пока составлен до конца этого месяца. О том, как будет ходить общественный транспорт в августе, в автопарке пока не пояснили. Асем Утешева, Медет Умерханов, Хабар 24, Семей.